20 минут о красивой жизни на 31 канале. Это Beauty Time. Всем здравствуйте. Спонсор программы – профилактическая терапевтическая клиника «Формула». Премия ТОП-50 каждые полгода определяет полсотни выдающихся жителей Челябинска, чтобы потом 10 из них отметить специальными призами. Как проходила вечеринка этой осенью, смотрите прямо сейчас. Сколько бы премий ни вручалось в Челябинске, все равно остается необходимость поощрить выдающихся людей нашего города и сделать это непременно в торжественной обстановке. Премия ТОП-50 – это 50 участников, 10 номинаций и по одному победителю в каждой из них. Наряду с вечерним платьем у дам и праздничным костюмом мужчин обязательным атрибутом светского события становится телефон с включенной камерой. Сегодня выбираем лучших 50 людей, которые сделали некий прорыв в своей области. Ну, по крайней мере, такие заявлены требования. Город делают люди. Красивые, успешные люди, соответственно, делают таким же город. Люди, выдающиеся, достигшие высот в своей сфере упорным трудом, как правило, скромны и склонны по-философски оценивать происходящее. Главное не победа, а главное участие. То есть, поэтому, если хотя бы то, что я оказался в пятерке таких компаний, я считаю, что это уже как бы большая заслуга для нас. Ну, прежде всего, конечно, волнительно очень, потому что путь долгий, путь в 20 лет. И это очень так торжественно внутри, это так ощущаешь волнение, ощущаешь такую благодарность, что столько людей голосует. Ну, радостно и приятно, конечно. Торжественное событие высокого уровня – это всегда живая музыка. Здесь она и звучала со сцены и была представлена как номинация. У меня уже есть одна победа, одна собака. В дебютной премии ТОП-50 я одержала победу в номинации «Музыка». И вот спустя 3 года меня снова номинируют с возвратом этой премии. Я, конечно, удивилась, но и обрадовалась в то же время. Вообще, это уникальное, конечно, событие для нашего города и лично для меня, потому что мы номинированы в номинации «Кино». Я вообще музыкант, и для меня это было втройне, там, в 1000 приятнее, чем на музыку. В этом году премия получилась по-настоящему народной, поскольку горожане не только голосовали за участников, но и изначально сами выбирали тех, кто, по их мнению, действительно достоин этой награды. Судя по голосованию, да, была надежда, потому что резко, да, была поддержка в голосовании. И со стороны соцсетей, да, и Фейсбука, и ВКонтакте, и потом с наилучшими пожеланиями. Вот пускай друзья видят, что мы победили, потому что это не моя победа, это победа команды. Номинация «Культура и искусство». Побеждает Ольга Монахова. Мой жизненный путь не определяется наградами, а призвание у меня есть. И это моя профессия. Я хореограф, я делаю спектакли, работаю с танцовщиками уже много лет. И в прошедшем сезоне наш театр отметил свой 25-летний юбилей, поэтому вот именно 25 лет я работаю в этой сфере. Очень часто после подобных премий еще долгое время идут разговоры о тех, кто не взял номинацию. Но, как уже было отмечено ранее, попасть в список номинантов уже победа. Что же касается зрительской аудитории, для нее ТОП-50 – это не только повод стильно и красиво провести вечер, но и возможность вспомнить известные и открыть для себя новые имена выдающихся земляков. День парикмахера в Челябинске в этом году отмечали ночью. 4 подиумные коллекции от ведущих мастеров нашей области смогли оценить не только зрители вечеринки, но и съемочная группа Beauty Time. Парикмахер с большой буквы – это человек, полный творческих идей, но не все их можно реализовать на клиентах. К счастью, есть парикмахерские шоу, где представлено чистое искусство.
события под названием «Ночь парикмахеров» началась с вручения дипломов и благодарственных писем, а основной частью вечеринки стали 4 показа известных мастеров нашего региона – Ирины Жоховой, Ивана Лукьянова, Марины и Марии Новиковых, а также Анастасии Каримовой. Скажем, категория авангардная. Это делается из искусственных волос, из натуральных волос, вообще из всякого разного материала, если честно. У меня мужские стрижки, и я буду прическу делать девочке прямо на сцене. Ребята, которые будут показывать стрижки, это профессиональные акробаты, и они будут исполнять акробатические номера прямо там. Вот. И при этом я буду делать прическу на девушке. Смелые, дерзкие и амбициозные заявления профессии парикмахера. Такие шоу вызвали массу смешанных эмоций у гостей. Кому-то, наверное, понравится, кому-то, наверное, не понравится. Но даже солнце нравится не всем, понимаете? И мне нравится. Перформанс и хэр-шоу «Я» призвано показать через призму человеческой внешности, волос и красоты. Мне бы хотелось показать истинный свет настоящей личности. Девушке некомфортно. Мы посадили блестки на лак для волос. Представляете, что с лицом, чем кожа стрессует. Но максимально подготовить кожу постарались. В моей практике это тоже первый опыт. И, в общем, такой прям прокач был сегодня мощный. Успех настоящего мастера – это постоянная работа над собой. Высококлассные специалисты учатся всю жизнь. Когда ты любишь свою работу, ты можешь учиться, вдохновляться, ты можешь творить и любить своих клиентов, потому что мы работаем всегда для клиентов, и когда ты их любишь, то у тебя все всегда получается. А еще самое главное – это постоянно обучаться, не стоять на месте, любить творчество и любить креатив в своей работе. То есть любой парикмахер – это творец, и это художник в своем роде, поэтому нужно уметь сочетать как и салонную работу, так и творчество вот такого рода. Здесь, как в сказке «Золушка», вдохновленные и воодушевленные авторы показов после 12 вернутся к реальной жизни с клиентами, стрижками, окрашиваниями, мастер-классами и презентациями новых продуктов в поисках новых идей для новых показов. Профтерапевтическая клиника «Формула», эндокринология, терапия, косметология, элементология, эстетическая медицина. Персональный подход к вопросам качества жизни, стройности и активного долголетия на основе индивидуальных и комплексных исследований знаменитой лаборатории «Хеликс». Клиника «Формула». Мы в самом центре Челябинска, на Кирова, 159. Это Beauty Time, программа о красивой жизни и ухоженной внешности. Продолжаем выпуск. Ухоженный мужчина всегда ассоциируется с успехом, а забота о своем внешнем виде не должна ограничиваться посещением мастера 1-2 раза в месяц. Некоторые несложные манипуляции можно проводить и самостоятельно. Главное – спросить у специалиста, как правильно обращаться с различными девайсами и косметическими продуктами. Профессионалы всегда знают больше, даже о таких элементарных вещах, как мытье головы. Обязательно сначала волосы смачиваем. После чего немножко выжимаем. Берем шампунь. Достаточно одного нажатия. Наносим на руки, растираем его в ладонях, чтобы была на руках пена. И начинаем мыть не волосы, а кожу головы. Для волос достаточно только пены. При этом мы вымоем и кожу, и волосы. Варианты укладки зависят от того, как волосы высохли после мытья и каким стайлингом их оформили. Если мужчина хочет сделать объем в области челки, не обязательно использовать фен.
можно приподнять челку и оставить ее высохнуть естественным путем. Только после полного высыхания нужно использовать стайлинг. Если мы используем фен в домашнем варианте, можно сделать это все руками. При этом оттягивая челку чуть-чуть, не назад, чуть-чуть вперед. И в таком положении сушить ее феном. За счет этого создастся вот такой небольшой кок, что позволит уже без укладочного средства удержать укладку в таком виде. Более рафинированный, элегантный вид можно создать с помощью пены или геля для волос. Пудра – это сухой продукт, который наносится непосредственно на волосы. И не просто на волосы, а именно на корень волоса. Не сыпется, а вот таким постукиванием распределяется на корни. За счет этого создается такой матовый эффект. При этом волос приподнимается. Еще один вариант укладки в этой стрижке. Мы смачиваем волосы, чтобы вода именно смочила корни. После чего можно использовать либо пену, либо гель для волос. Лучше использовать гель для волос средней фиксации, для того, чтобы сразу не залепить волосы. Гель наносится также на все волосы, начиная либо с середины, либо с затылка. После чего мы передвигаемся к челке. После чего расческой прочесываем и в таком виде даем средству высохнуть. И получается у нас такой классический деловой вариант. Профессиональное оформление бороды и поддержание формы в домашних условиях – тема отдельного разговора. Но вот один лайфхак от мастера. Когда в домашних условиях используется шейвер, чтобы не было раздражения, можно наносить на сухую кожу еще тальк. Наносим тальк, вбиваем его в волосы. После этого только можно взбривать машинкой. Это дает защиту кожи, убирает процент раздражения. Кожа после чего не краснеет. Мужской вариант заботы о внешности гораздо более лаконичный в сравнении с женским. Минимум косметических средств и научиться обращаться с ними не так уж сложно. Вы смотрите Beauty Time. Далее о выпуске и несколько идей для обновления сезонного гардероба. Универсальная юбка плиссе длиной чуть ниже колена этой осенью в качестве ультрамодного тренда вновь возвращается в гардеробы. В этих коллекциях плиссировки практически прямого силуэта, а потому их можно носить хоть с объемным верхом, хоть с приталенной водолазкой и бомбером. Еще одна женственная, но при этом ультрамодная идея – цветочный принт на глубоком синем фоне в духе современного искусства. Этот мотив украшает платье лаконичного силуэта, летящие блузы, трикотажный бомбер, украшенный стразами. Элегантный дизайн новой коллекции и неизменно высокое качество, за которое вам так нравится польская одежда. На Пушкина 65 и Сони Кривой 30. Студия красоты Гуфа.
подготовим к работе и празднику за один час. Гуфа. Работаем для вас достойно и доступно. Телефон 266-400. Конкурс «Рожденная побеждать» в этом году в Челябинске проходил второй раз и оставил неизгладимые впечатления на всех присутствующих в зрительном зале. Самые яркие моменты финального выступления участниц в репортаже «Beauty Time». Насыщенные полгода подготовки, встречи, мастер-классы, тренинги и фотосессии. И вот долгожданный момент – финальное шоу проекта «Рожденная побеждать». Первая победа – сам выход участниц к зрителям. Милых, улыбчивых, немного взволнованных. Ой, я в восторге, мне очень понравилось, очень много положительных эмоций. Конечно, очень немного переживала, мы пережили этот момент, все нормально. Помимо уверенности в себе, в своей красоте, в своих силах, наверное, это какой-то полет душевный. Когда тебе аплодируют, тобой восхищаются, то, наверное, хочется достигать каких-то целей поставленных. Вот хочется, чтобы каждая девушка просто верила в то, что она королева, и что сегодня она будет доказывать. Девушки, как правило, находятся большую часть времени дома, а благодаря этому конкурсу они получают возможность получить различные мастер-классы, побывать на мастер-классах, получить новую информацию об уходе за собой, о формировании своего стиля. То есть все, что необходимо каждой женщине. Из традиционной для таких конкурсов визитки зрители узнали, что среди участниц есть заботливая мама, рукодельница, актриса, певица, чемпионка Паралимпийских игр, а также парашютистка. Семью, так будем говорить. То есть вот эти все эмоции, которые я переживала в этой песне, то есть я переживала вместе со своей семьей. Я подала заявку на этот конкурс где-то 7-8 месяцев назад, и с того момента у меня поменялась цель, например, участие. Раньше я хотела просто выйти показать себя. А сейчас я больше хотела рассказать все-таки о нашем блоге, то, что действительно будет полезно людям на колясках. География проекта «Рожденная побеждать» в сравнении с прошлым годом заметно расширилась. Если в первом конкурсе участвовали девушки из Челябинской области и Башкирии, то на этот раз приехали из Самары, Сургута, Йошкар-Олы, Кургана, Москвы и Екатеринбурга. Первое, что зацепило, это название именно конкурса, то, что «Рожденная побеждать». Я думаю, почему бы и нет. Вроде как я сама каждый день что-то побеждаю, что-то как бы все обстоятельства в этом плане. И как-то захотела чисто реально сразу из-за названия. А потом приехала и не пожалела ни чуточку. Обязательно нужно участвовать в подобных конкурсах, то есть нужно преодолевать зону комфорта, выходить. Мы все красивые, все талантливые, у всех свои, так сказать, жизненные истории интересные, поэтому я считаю, в подобных конкурсах нужно участвовать. Ты чувствуешь, что ты как бы не в коляске, это тоже человек, и разносторонний человек, ты способен делать все, как и здоровый человек. То есть можно делать все, творить чудеса. Согласно задумке организаторов, в этом конкурсе нет проигравших. Каждая участница убедительно доказала зрителям, что она может быть красивой, остроумной, обаятельной, живой, искренне настоящей, сильной, яркой, рожденной побеждать. В
Все сюжеты Beauty Time в любой момент можно увидеть на сайте bt31tv.ru и на наших страницах в соцсетях. Ищите по хэштегу Beauty Time _TV. А на этом выпуск завершен. До встречи. Команда Beauty Time TV благодарит партнеров проекта «Модный дом Я», студию макияжа «Френды», имидж-студию Елены Ивановой.